Хайрлифтен, с добрым утром, уважаемые телезрители. Как всегда, по средам и пятницам вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Уважаемые телезрители, эту передачу мы целиком посвящаем детям. В эти дни у школьников проходят весенние каникулы, а в детских дошкольных учреждениях смотрят детских театральных коллективов. В этом мероприятии участвуют театральные коллективы всех детских садов города и Новоартаульского детского сада. К сожалению, мы не смогли присутствовать в просмотре всех коллективов. Побывали только лишь в детском садике номер 9. На старость. По какому случаю эта музыка? О, это приближается знаменитый театр Карабаса-Барабаса, моего лучшего друга. Вот как. Единой и дружной семьей живут сотрудники этого небольшого коллектива. По-матерински тепло, с пониманием относятся к каждому воспитаннику. Здесь тепло, светло и уютно. И поэтому ребята чувствуют себя свободно и раскованно, что, конечно, играет огромную роль для самовыражения маленьких мастеров сцены. Своеобразность постановки спектакля «Приключения Буратино» по сказке Перо заключалось в том, что здесь артисты и взрослые, и дети. Конечно, здесь можно и поспорить, должны ли взрослые участвовать в детском театре. Мне кажется, рядом со взрослыми маленькие артисты чувствовали себя более увереннее и точнее передавали мимику, жесты, дикции представляемых героев. Ведь рядом с ними на одной сцене играли талантливые, артистичные воспитатели, обладающие профессиональной и личностной культурой, влюбленные в свое дело и в детей. Проклятье! Нигде невозможно укрыться от любопытных глаз! Я вас постригу! И вот он. Какой ценный подарок. Ты еще не знаешь, какой это ценный подарок. Как ребята, так и взрослые прекрасно сыграли свои роли. В роли папы Карла – Лиса Алисы, Гутыры Гузель Альфировна, Карабаса-Барабаса – Осинина Галина Анатольевна, Дуримар Колчанова Елена Владимировна, ведущая Кочакова Людмила Николаевна, кот Базилия и черепаха Тортила Ульянова Зухра Шакировна. И сценаристы, постановщики, декораторы, режиссеры – все сами же воспитатели. Самозабвенно готовят такие представления старший воспитатель Мустафина Надия Гатиновна, музыкальные работники Шакирьянова Анжела Фаиловна, Капкаева Гузель Зикафовна, декораторы Кочукова Людмила Николаевна, Милюкова Наталья Владимировна. Мальвина с ученым пуделем Артимона. Верните мне девчонку и собаку живыми или мертвыми. Граждане, понизайте норму. Я знаю, что
Конечно же, больше всех постарались сами ребята. Представьте, сколько силы воли нужно иметь, чтобы выучить тексты персонажей, а тем более, чтобы войти в образ и сыграть на сцене перед зрителями. С чем и справились маленькие артисты Хузин Роберт, Мамонтова Алина, Гельманшин Булат, Гениатов Рамис, Гарифуллин Камиль, Сидорова Саша, Япарова Света, Нургалиева Лилия, Вершинникова Илона, Исламгалеева Гузель, Гутыра Люда, Закирьянова Лиана. Ведь им всего лишь 5-7 лет. Умный, веселый, храбрый Буратино. Ага, Буратино, вот тебя-то мне, кукольный человечек, и надо. Пощадите, Буратино, пощадите! Кыш! Кыш, проклятый тряпичный народишко! Чуть что, шепот, ропот, а виноват во всем Буратино. Придется с ним расстаться не по-хорошему, а по-плохому. Все репетировать! Птичка Бульбута взрывала на лужайке бранича. Кто залево? Гуримор! Брось его в огонь! Ай-яй-яй, я не могу этого сделать! Почему это? Я уже однажды проткнул два часа и только проткнул дырку. Что за вздор? Как можно носом проткнуть в очаге дырку? Очень просто, потому что очаг и котелок нашел на куске старого холста. Что ты сказал? Сказал. Это та самая примета. Значит? Тише. Значит, в каморке папа Карло находится та потайная примета. Вот. Одно, Ольда. Два, три, четыре, пять, ноль. Можешь идти домой? Мальчишка, с коротеньким и мысленным, сидеть бы тебе лучше дома. Да. Ничего не так. Ква, не так. Ладно, уши болят от вашего квакания. Это сидеть. Сороки летели и пруд обронили. Что это? Это золотой ключик. А на что он мне? Этим золотым ключиком открывается одна дверца, и ты найдешь за ней сокровище, и оно принесет тебе счастье. Можно вас поцеловать, это такие? Ну, это уже излишне. Ква-ква, карабасу, не достанется золотой ключик. Ладно. Держи его! Буратино и перо!
принадлежать детям. Пусть они будут счастливы. За этой дверью лежит одна вещь. Ну, на нее поскорее посмотри. Старый умный ученый человек сказал, только очень смелый, очень умный ребенок может открыть эту дверь. Буратино самый хороший. Буратино самый смелый. Буратино самый умный. Дайте же мне это сказать. Вы уже все поняли. Скорее, скорее, как он открывает? Подними в руки Буратино золотой ключ. Держу, вот он. Открывай. Как сказал маленький сверчок, которого играл самый маленький артист Камиль Гарифуллин, которому всего лишь 5 лет, мир должен принадлежать детям, и все лучшее должно быть детям. Не будет преувеличением, если скажем, что готовя такие мероприятия и участвуя в них, дети всесторонне развиваются, получают богатую духовную пищу. И хотелось бы сказать спасибо воспитателям, заведующей Милюковой Галине Владимировне за подготовку такого прекрасного, доброго спектакля. Сахнага шығырға бірнеше минут қына вақыт қалды. Кешкен артистлар көлмәклерін, шешлерін рәтлі, оларға әтиләрі, әнеләрі, опа ойлары ердәм ете. Шүнгі сахнага тамашашы алдына шығу, бік те жауаплы іш ол. Шынысында еті бұзырға керек, бұ ғадәтегіне шығыш түгіл. Әжір бәйгесі, әбәйгеде енді, ұсталық білен бір әттен тышқы қиефет, сахнада өзіңні тұта білуді бік мүхим. Әлі біз көрсеткен әзірлік кесе қойын ауыл клубында бара. Мұнда енді «Яң ауыл юдызлары» деген жыр бәйгесі бірнеше минуттан башын аша. Бұ бәйгеде 3 жерден 15 жашқаша ер шықшылар қотнаша. Әқазір иқтибар етегіз. Бәйгені ашу церемониясы башлана. Олар шуна еті бұзасы келе. Бұ тамаша ауыл клубындағына баруына бәлкі ұшанып тәбітмәсіз. Шүнкі біз мұндай матурлық, мұндай әзірлікні үзәл телевизиядан барған тапшыруылардағына көре олабыздыр мұғайын. Сахнаны емләндіру, музыкалықтан бізеуге құлып қызметкерлері көп күш салған. Шулық вақытта бұ бәйгенің спонсорлары да бар. Ол енді Яңауыл гастрой фирмасы коллективы, хаманның жетекшесі Рамиль Муллыевич Ахкямов. Тамашаға келген спонсорлар хам жүрішленнәрі білен таныштырып, оларға тірі шешеклер тапшырылды.
Мин бәйгенің өзі турында түгел, ауаның нешіп ұзырылы турында көбірек сөйлем ақырысы. Ә башқаша мүмкінді түгел. Шүнке бұшақлы матур, юғары көлемді ұзырылған томашалар бізді бік сирек бұла, қызғанышқа қоршы. Ә бұ матур бәйгені әзірләгенлер өз ішлерін йоратқан, бұлдықлы, ішлерінде янып ішләген кисәк қайын ауыл клуб мүдірі Әлфина Рашитова. Хореограф Илфания Лазова, баянист Рамил Салихов һәм кисәк каен башлангыч мәктәп укытучысы Фируза Ахнафовна Акмалетдинова. Ә инде колхоз җитәкчесе Зәки Ильясович Насыров килгәндә, без аның бар яклап та сәләтле кеше булуына тагын да бер сокландык. Тагын шунысын да әйтеп узарга кирәк. Биергә, җырларга талантлы балалар районыбызда бик күп. Аларны күрә белү, күрсәтә һәм оештыра белү генә кирәк. Кисәк каен авыл клубында эшләүче кешеләр кебек оештыручылар булганда, Альмирлар, Фаузия, Айгүл һәм Эльзалар сәхнә йолдызлары булып, шин-шинлап балкырына без ышанып калабыз. Ә хәзер карагыз, сәхнәдә Кисәк каен авылында гына түгел, Яңавыл сәхнәсендә дә танылган, иртәнге йолдыз бәйгесендә җиңү яулаган Айгүл Марданова һәм Валиев Альмирлар чыгыш ясый. Каршы алырга, дуслары булыгыз әзер. Шәшкә кебек бер чибәр кыз җырларга чыга хәзер. Күптән түгел генә районыбызда булып узган Яңа Йолдызлар смотрында беренче дәрәҗә дипломын яулаган Айгүл Марданова. Каршы алыгыз! Yeah.
Кешеләрге инде жюришленнары Венера Фарахова һәм Рамил Ахкямов призлар, бүләкләр тапшырды. Фахруддинова Регина. Икенче урынны алды Шәйхаттарова Эльза. Үшінші орын алды Рафикова Лейсен. Матур, күркәм, тамаша ахырында бәйгедә катнашучы яш талантларны тагын да бер тапкыр Яңавыл гастрой фирмасы җитәкчесе Рамил Муллович Ахкямов, район мәдәният сарае методисты Венера Фарахова, пионерлар йорты директоры Альбина Карамова тәбрик итте. Аларга матур теләкләр теләде. Ә инде без яшьчылар күңелендә бу матур көн озак сакланыр дип ышанып калабыз. Кисе қойын ауыл клубы қызметкерлерінің томашашыларыны шошындай матур-матур шаралар білән күңілерін жанландырып тұрына бізнің хеч шигебіз йоқ. Сегодняшняя наша передача целиком посвящена детям. Ребята, а вот что будет организовано для вас в дни весенних каникул в Доме пионеров и школьников. Будут проводиться всевозможные литературно-краеведческие чтения, организована лыжная вылазка в лес с кружковцами, экскурсия швейного кружка по цехам ателье «Березка», экскурсия кружковцев рисования, аппликации в школу искусств. Будут организованы поездки танцевального коллектива в Башкирский государственный театр оперы и балета в город Уфу, встреча с участниками ансамбля «Пляски» имени Файзи Гаскарова. Сможете вы также посетить зональный конкурс «Башкирская звездочка» в городе Нефтекамске. И еще для вас, ребята, будет организован День смеха. Его организуют кружковцы «Затейника». Добро пожаловать!